Всем привет! Вы на канале Горбушка Шоу Тесты. Сегодня я предлагаю пройти тесты девушкам. Просто выберите платье, которое вам понравилось, и узнайте о себе кое-что новое. Если вы выбрали первое платье, то женственность – ваше второе имя. Нежное и чуть-чуть наивное. В душе вы всегда остаетесь маленькой девочкой, сколько бы вам ни было лет. Однако это не значит, что глупенькая. Нет. Скорее наоборот, вам присуща особенная женская мудрость. Вы сердцем чуете, какое решение необходимо принять в той или иной ситуации. Многие ваши подруги об этом знают, и поэтому часто просят совета. А если не просят, им же хуже. Скорее всего, в юности вы часто обжигались именно из-за того, что не прислушивались к голосу вашего сердца. Если вы выбрали платье номер 2, знайте, это платье – выбор настоящей леди. Такая женщина, утонченная в любой одежде и при любой ситуации, куда бы ни забросила ее жизнь. Поверьте, эти дамы умудряются выглядеть утонченно даже в рабочей робе. Что-то неуловимое есть в их внешности, некий внутренний аристократизм. У этих женщин часто очень глубокий пронзительный гипнотический взгляд, который очень сложно забыть. Если вы выбрали это платье, то мужчины часто вам говорят комплименты про ваши глаза. И они отнюдь не шутят. Один раз пристально взглянув вам в глаза, мужчины влюбляются не на шутку. Если вы выбрали платье номер 3. Маленькое черное платье – выбор женщин очень загадочных и таинственных. Конечно, все женщины немного колдуньи, но это особенно. В детстве эти женщины часто очень красивы, но в юности красота словно гаснет, если такая женщина зажата в очень строгие рамки, чтобы при первой же возможности вспыхнуть вновь. В зрелом возрасте эти женщины знают про свою красоту, но никогда не ставят ее на первое место и не судят людей по внешности. Каким-то шестым чувством эти женщины узнают среди толпы ухажеров свою судьбу. В любви очень преданны. Если вы выбрали платье номер 4. Красное платье – это выбор творческих, искрящихся женщин. Такие женщины умеют себя подать. Если такая женщина заходит в комнату, все взгляды немедленно приковываются к ней, даже если на ней не красное платье. Они привыкают и смиряются с таким вниманием еще с детства и любят его. Хотя, конечно, иногда устают. Эти женщины обладают хорошими организаторскими способностями. Из них чаще всего получаются замечательные начальницы. Если такая начальница уходит на пенсию, то плачет весь коллектив. Они умеют найти подход к каждому. Идеальные женщины всегда отлично выглядят, вкусно готовят и со вкусом обставляют дом. Очень страстны в любви, их любовь одна и на всю жизнь. Если вы выбрали платье номер 5. Это платье выбирают открытые и искренние женщины. Такие женщины никогда не ставят себя на первое место. Очень самоотвержены в любви, в работе, любят своих детей до беспамятства. Что бы они ни делали, всему отдаются полностью. Часто одарены каким-то талантом – петь, писать, рисовать или чем-то другим. Этим женщинам стоит больше внимания уделять себе, чтобы преуспеть в жизни. Такие женщины в юности часто влюбляются в людей недостойных, словно желают спасти их и помочь. Как только начинают больше внимания уделять себе, встречают мужчину, который в них души не чает. Напишите в комментариях, какое платье вы выбрали и понравился ли вам результат. Также подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео.